Дисклеймер. Привет, я Третий. Сегодня мы с тобой продолжаем проходить Растения против зомби 2 мод Эклайс. Ладно, вторая попытка тоже оказалась неудачной. Угу. Зря я горохострелы взял, да? Конечно, понятно, ясно. Так, давай вместо горохострела попробуем взять пекинку. Слушай, ну это хрень какая-то. Уничтожь 90 могил, капец. Это много. Каким образом? А, тем более могилы солнышками не считаются за могилы. Вообще шикарно. Так, ладно. Третья попытка. Вот с третьей попытки мы должны точно выиграть. Угу. Потому что, как и говорится, Бог любит Троицу. А сейчас Пасха. Все сходится. Теперь мы выиграем. А, так, собираем солнышки. 20 минут потратил. 20 минут за две попытки. Я тогда понимаю, почему сказали, что я буду год проходить. Тут очень растянутые попытки. Так, ладно. 90 могил. 90. Ты понимаешь, что 90 это как 89, но больше на 1. Больше, понимаешь? Да. Ладно. Сейчас у нас пекинка. Пекинка будет с двух сторон дрочить ее, и нормально будет. А еще бумеранг. Бумеранг с одной стороны поставим, пекинку с другой. Давайте так. Все, нормально. Низ тогда оставляем чисто за бумерангом. Ставим так. Ставим так. Сейчас надо быстренько копить на пекинке, но не хватает. Не хватает пока что немного. Кстати, мод, сегодня какой день недели? Сегодня понедельник? Ну, записываю, да? Ты смотришь вторник, вторник. Тогда давай среда, в четверг завершаем голосование по поводу того, какой сейчас мод будет. Про мод я помню. Мод я пройду без голосования. Вот после этого, понимаешь? В июле начну. Посмотрим, что там на очереди будет. Если на тот момент будет уже какой-то мод, то его допройду и уже мод начнем его без голосования. Про него писали очень много человек. Хорошо, давай просто зайдем, посмотрим, что там. Тем более первую часть мы любой мод проходим, по-моему, супер быстро, кроме Брутал. Но там и мини-игр прям куча. Угу. Так что ничего страшного. Любые остальные, я думаю, очень быстренько закончим. 82 могилы, 82 могилы еще остаются. Ну как так? Мы пока успели сломать только 8. Как так? Хорошо, заморозили. Пока что моды на вторую часть я не буду проходить, потому что моды на первую часть мы параллельно можем проходить, потому что там в разные папки просто кладешь их, и все. И все, потому что первая часть есть на компьютер, а вторая чисто через эмулятор. То есть мы играем на телефоне через эмулятор, через компьютер, понимаешь? Тут и так проблем выше крыши, хотя бы с тем, чтобы записать, а там еще и несколько модов одновременно установить. Это будет... не... Я боюсь, они конфликтовать будут, либо одно на другое наложится. Плюс еще как мне тут несколько аккаунтов создать? Не, давай лучше пройдем полностью вот этот Эклайс. Тем более мне сказали, разработчик забросил его, то есть больше обновлений выходить не будет на него. Все, тогда мы его полностью пройдем на 100%, ну или на сколько там можно будет. Если какой-то уровень опять же будет рандомный, как в Адской лужайке, там две миссии чисто рандом, то проходить, ладно, забьем. То, что возможно просто пройти, даже если сложно. Пройдем. Так, мне бумеранг оставшийся нужен. Правильно? Последний бумеранг. Угу. 57 могил осталось. 57, а мы уже половину прошли. То есть у нас должно быть уже 45. И могилы что-то медленно появляются в этот раз. Прям, ну смотри. Почему у нас полупустые поля? В прошлый раз ты одну не успевал убирать, уже остальные появлялись. Задание, честно говоря, мне прям сильно не нравится. Ну что за бред, 90 могил? Мы должны пока играем, задание постараться выполнить, да. А сейчас мы тупо работаем на могилы, понимаешь? То есть сейчас на заднем плане какие-то зомби, фиг с ними. И мы пытаемся, ну хотя бы хоть как-то... справиться с могилами. Ну что это такое? У меня на них весь акцент уходит. Бред какой-то. Давай заморозим пока. Ага. Вот могилы, почему они не появляются?
Они прям толпой все время вырастали, 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 и фиг мы могли их убрать. А сейчас ты сотри. Ага. Так, два ведерка идет, да? Ай, надо было... Хотя пофиг, ладно. Надо было один бесплатный поставить, чтобы пока его грыз. Ладно. Ничего страшного. Так, 29, 28. Хорошо. Шлем мне, кстати, сказали, что он намного меньше, чем кирпичная стена. Прям намного. Прям намного, серьезно. Надо будет потом как-нибудь, когда вспомню, посмотреть, сколько у одного и у другого здоровья. Но я не уверен, что прям намного. Прям намного. Давай так. Кстати, у меня есть гениальная мысль. Знаешь, какая? А я не скажу тебе. Потом. Тем более, я не уверен, что пока так будет работать. Посмотрим. Если сработает, то отлично, я тебе скажу. А если нет, то считай, ничего и не было. Так, 10 могил. О, слушай, сейчас как будто бы шансы появились, да? Так, нет, надо что-то наперед ставить, чтобы начали вот этого вот... археолога выносить. Так, 4. Ой, замечательно, смотри. Что-то получается, да? 3-2. Давай. Так, что ж такое? Оно еще не ставится. Почему-то в последних миссиях, ну, последний выпуск 2, не хочет ставиться могилоед нормально. Что за прикол? Угу. Так, отлично, справились. Теперь просто добиваем уровень. Просто капустное поле, а. Так. Не надо, не гони, дед. Стоп. Да куда ты? Ой. А почему несколько? Он же одного должен сжигать, нет? Он же одно растение должен сжигать. Почему он несколько сжег? Не понял. Че это зомби? Тут зомби сильнее стали. Нечестно. Такого не должно было. Ты одно должен всего растение сжигать. Ты че, дед? Да. Хотя это даже не дед. Это мужичок какой-то. Так, нет, стой. Ну, мы еще шлем не успели снести. У нас ведро уже, давай. Ну, не успеет, да? Даже три пикинки долбят его вместе с бумерангом. Все равно не могут вынести. Ладно, отлично успели, хорошо. Так, давай пикинку вот так. Стоять. Рыцаря остановим пока. А, сверху, вот сверху ведро и рыцарь, и конус, это, конечно, плохо. Так, давай следующую. Вот так. Давай вот так выкопаем пока, для красоты вот так вот сделаем. Тогда надо вот сверху еще одну пикинку. Давайте два солнышка быстрее, ребят. Раз, два. Ставим так. Потом. Давай выкопаем. Ну, падай. Все, красота стрим. Бомба. Кабачок. Если он ваншотит гигантюру, то как будто бы нормально, да? Его можно брать. Если нет, то пока он нам не нужен. Так, давай-ка посмотрим, сколько он урона наносит. А то я забыл в прошлый раз. Капец, разница колоссальная. Это 50, этот 15. 0,8, 2,8. Так капуста лучше. Нафиг нам тогда этот гриб? Да, при первые две попытки я вырежу, поэтому говорю. Сначала у нас был вариант вот этой вот гриб, стреляющий через верх. Плюс ледяной горохострел. Вторая попытка. Я не помню, но ты видел, что у нас было? И вот третью мы прошли, хорошо, третью тогда оставляю, даже конец второй оставлю, чтобы ты видел, что там мы брали. Ну не вписывается у нас кабачок, ну не хватает у нас, получается. Ладно, давай так попробуем. Нет, не повезло. Я рассчитывал, сейчас солнечные могилы будут, чтобы мы хотя бы один подсолнух успели купить. Не, не канает. То есть нам нужно сначала гриб, чтобы потом его заменять. Ну, извини, ну кабачок, ну, реально нам тут не нужен, получается. У нас других сильных растений, получается, и нет, правильно. Кабачок против гигантюра, мне кажется, должен зайти, но нет.
Не хватает, конечно. Когда ячейку уже дадут, алё? Давай посмотрим, как там. А, чтобы прокачать, все, понял. Угу. Нам нужна эта штука, ладно. Тогда возвращаемся, у нас пока ее нет. Семена, правильно, семена. А где их брать, кстати? Что за приколы, где они? Это за мини-игры, я так понимаю, идут, правильно? Ну, мини-игры, бонусные задания. Кстати, в следующем выпуске, наверное, надо будет попробовать бонусные задания. Да, хотя нет. Хотя да. Не определился пока. Ладно, давай ледяной, но тогда, может, колючку брать? Не, ладно, тогда могилоеда уберем, будем сами их выбивать, могилы. И тогда, что у нас? Солнечный гриб нужен, правильно, где он? Вот он. Сойдет. Тем более могил тут нет, правильно, так что пока забьем. То, что в начале 75 солнышек дают, это отлично. Надо еще одну такую вот, еще один солнечный кубок взять, чтобы давали 100. И отлично, мы чисто на подсумках сможем выжить. И тогда солнечный гриб нам уже нафиг не нужен будет. Это бесполезное растение станет в этой игре. Да оно и сейчас не сильно полезное, потому что не растет. Если бы оно хотя бы росло. Потому что единственная его фишка была, то, что он дешевле, но когда вырастает, то больше солнышек дает. А так получается, он, ну, нифига не дешевле. Хотя не дешевле. 25-50, да, дешевле. Так, что-то я отвлекся и гриб потерял. Да ты чё? Они многовато ли могил? Ну да, стоило мне убрать могилоеда, да? Понимаю. Так, ну мне ледяной горохострел тогда нужен прямо сейчас. Три волны. Ой, многовато как-то. А это еще легко, это легко. У нас там еще линия хардкора будет. Что там вообще будет происходить? Так, давай пока здесь поставим. Потому что, ну, все равно он заморожен, правильно? Ведро. Надеюсь, с ним пока справимся. Давай, солнышко, быстрей. Ну, отлично. Так, ну, ведро, ну, имей совесть, давай, наконец-то. Так, что еще? Ледяной грохострел. Так, у нас все... Нет, у нас одного подсолнуха не хватает. Ладно, ничего страшного. Так, замечательно. Давай уберем. Все, есть. Теперь можно брать ледяные грохострелы. И давай, наверное, посадим их несколько штук. Правильно? Потому что, как-никак, 20 урона это маловато. То, что есть замедление, это хорошо, но 20 урона все равно супер мало. Давай, стойка. 400 солнца надо, да? То есть 8 раз забрать. Ладно, давай. Так, отлично. Вот это быстренько было, оперативненько. Давай. О, красавцы, спасибо, молодцы. Ну и колючки тогда будем ставить, почему нет? Так, могилы все время, что ли, появляться будут? То, что дед идет, это плохо. Давайте, ломайте могилу. Отлично, красавцы. Молодцы. Давай второй начнем ставить. А сколько у мелких грибов? У пуфа гриба урон. Что-то я забыл. Сколько у него урон? Больше или столько же, как у ледяного горохострела? Ладно, пофиг. Потом посмотрим. Опять же, если не забудем. Вот, кстати, нам надо было что-то посмотреть, а я забыл что. Так, стой. Вот опять дед какую-то фигню творит, а у меня проблемы. Ну куда? Ну, что ты делаешь? О, класс, молодец. А что ты там превратил? У нас там что-то было? На соседней линии-то. Так, давай еще. Так, еще один горохострел. Давай, наверное, 3 горохострела поставим. Куда? Ну... Тебе не кажется, что по сравнению со всем остальным, овцы как-то слишком мультяшно выглядят, нет? Хотя казалось бы, да? Так, сколько можно? Давай так.
Да ну нет, ну зачем? У него же и так здоровья нет. Надо было ведро гасить. Что ты делаешь? Все отлично. По 20 урона, но все равно маловато. Колючка есть. Ой, так, постой. Постой, 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 постой. У нас сейчас еще ледяная мина должна зарядиться. Стой, 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 стой. Отлично, стоять. Хорошо. Да куда вы? А, то есть все. Все, все, все. Мы можем вперед ставить. Отлично. Могилы больше не будут появляться. По крайней мере, так, чтобы все поле занять. Замечательно. Да нет, все, прекращай. Я тебя понял. Угу. Так, куда? Давай вот здесь выкопаем. Вот этот ряд у нас будет чисто из колючек. Да ну нет, ну прекращай все превращать. Да ты че, опять? То есть от могил мы полностью не избавимся здесь, да? Тогда давай колючек убираем. Так, а, ледяной горохострел не хватает, да? Так, у нас нам надо на деда ледяной горохострел ставить. Потому что дед буянит, все, ему больше не наливаем. Так, отлично, могилу почти отлично вынесли. Замечательно. Нет, давай, подъеду. Давай, давай, давай. Вот, вот зачем? Перед тобой есть пуфогриб. Почему ты? Зачем ты так делаешь? Он соседнюю клетку замораживает. Где у нас колючка? Класс. Да. А уже бы колючка успела снести этого рыцаря. Давай так. Ну и все, больше мы ставить по факту ничего не можем. Последние три клетки заняты будут навсегда. Ой, меня радует, что вот это вот бесячее задание, а тут нет бесячего задания. Где вот это сзади зеленые хрени стоят, и на них типа нельзя растения сажать. Один раз нам попалось, и все. Это хорошо, надеюсь, дальше тоже не будет попадаться. Но мне не нравится вообще. И вот эта могила, где 90 могил надо снести, это тоже бред. Кстати, молоточков нет. Они были вообще во второй части? Не помню. Так, ну все, добивайте могилы. Давайте... Так, да-да-да. Лови. Да, что такое? Давай-давай. Ага, помер, но последок гада сделал. Так, колючки, ну колючки внизу справятся. Нормально. Может две колючки поставить? Типа вместо пуфа гриба. Типа под заморозкой пока будут очень долго идти. Их будут колючки все время бить. План гениален. Как и я сам. Но сработает ли? Фиг его знает. Так, хоть как-никак урон какой-то есть. Две могилы остаются, мы не можем их убрать. Может, если бы мы все их убрали, тогда они бы больше не появлялись. Ну, вот это тоже, согласись, это нечестно, когда появляются одновременно могилы и зомби. Рано поставил, да? Зашибись. Сначала должны могилы появляться, а уже в следующий раз зомби. Нельзя так, чтобы они одновременно были. Вы чё? Где справедливость? Алло. Класс, у нас уже снизу все едят, да? Класс. Но мы сверху гигантюр не можем пропустить. Стойте тут. Стой тут. Класс. Ну а одну линию уже точно прошли, да? Так, стоять. Ну ладно, давай тут хотя бы колючкой хоть что-нибудь сделаем, правильно? Давай еще одну колючку. А ты? Че ты там размораживаешься, нет? Слышь, как мороженое какое-то. Хорошо, промазал. Лох. Так, ну замечательно. С рыцарем мы, конечно, хрен справимся, да? Давай так пока что. Пускай побьют, ага, гигантюру. Ну давай, получается, ты уже даешь, правильно? До газонокосилки. Ладно, фиг с тобой. Давай так, постой еще немного. И колючка тебя пусть побьет. Напоследок, ладно, сделаем. Может, даже прокатит. Не, ну сверху мы уже не осилим, да? Да, сверху, походу, уже жопа. Давай так. Опа, а здесь... Так. А это, эту линию мы как вообще уничтожили? Когда? В какой момент? Скрипит еще. Что-то потно так. Что, реально уровень что-то потновато. А что так вообще?
Поставили бесплатно, отлично. Ледяной гриб. Но это только один могила. Могил не успеет уничтожить. Класс. Два гигантюра одновременно. Класс, мы опять ледяную мину рано поставили. Так, ну они тупые довольно-таки. Можно одно растение ставить, а тормозить сразу двоих. Потому что пока один ударит, потом второй. Угу. Так, у нас солнышки заканчиваются. А чё я, кстати, колючки ставлю? Дороговато как-то. Давай вот так. Ну, хотя бы они урон наносят, правильно. Давай так, хоп-хоп. Видишь, она несколько ударов успевает сделать, да, нормально. Но там два колдуна еще. Ну все, это заведомо проигрышная линия. Да, понятно. Да и снизу что-то не очень ситуация, но там как будто есть шанс выиграть. Колдун дурачок. Он фигней вечно будет заниматься. Там есть шанс выиграть, да. Видишь, он соседнюю линию вообще превратил. Но вторая линия, конечно, жопа, все. О, там еще 4 колдуна теперь, да? Раз, два, три, четыре, или пять даже. Подожди, не вижу. Сколько раз? Хер поймешь. Да вы чё, вы мне все поле почти превратили, вы нормальные. Они через несколько линий, они то есть по всей карте могут превращать, потому что вторая линия четвертую заколдовала, такого не должно. И вон первая, третью. Класс, они через два могут. Через одно, короче. А, у нас даже были не уничтоженные растения, да? Просто обращены. Кто за колепёч? Там же нет растения, правильно? Кого он превратил в овечку? Мы же убрали. О, только сейчас финального класса. Вот вверху в двух рядах нам надо прям продержаться. Капец. Опять слили, да? Снизу, да ладно. Ведь снизу пускай проходит газонокосилки, я тебе говорил. Всего за 5 газонокосилок мы 50 монет получаем. Это ничто. Когда у нас сейчас 20 тысяч уже монет. Вот сверху проблемка, конечно, стоять. Не того заморозил. Так, ну дед, понятно. Давай на пенсию. Ну должны протянуть, я надеюсь, да? Да, нормально, отлично. Но вас двое, давайте не тормозите хотя бы. Итак, пока красоту наведем. Прикольно, если бы в растениях против зомби было садоводство. Вот это было прикольно, если бы свои растения могли выращивать. И садзен такой, ну да, пошел я нахер. Но это не то, ну согласись, это не то. Я имею в виду типа веселой фермы, что-то вот такое вот. О, так мы завершили? Знаешь, что это значит? О, наши рыцари наконец-то закончились. Ну, окей. Но самое главное, будут ли викинги следующими? Тут викинги будут? Ой, было прикольно, я посмотрел, что там у викингов придумают. Да, то же самое пишут, ладно. Вот что, мы специально сделаем по-умному, слушай. Смотри, какая супер крутая мега-ультра тактика у меня есть. Пираты, почему это должно быть именно пираты? Ну, пираты, держите за своих попугаев и ножки. Ладно, фигню он смотрит. Так. Ну и чё, возьмем, наверное, так. Картофельная мина. Не, давай так. Все, норм. Потому что примерно что-то такое мы выбирали. Я помню, дракончик у нас был на пиратах. И мы прошли. Значит, что-то такое надо делать еще раз. Короче, какая супер-ультра-тактика. Я не забываю говорить, я просто внимательно наблюдаю, чтобы мы ничего не пропустили сейчас, пока я будем играть. Угу. Так вот, мы не будем специально проходить вот эту вот темные времена локацию. Мы будем все проходить, кроме нее, а ее пройдем самой последней. Почему? Чтобы не появился король. Он же нам сказал, Пенни же нам, по-моему, сказала, да, что будут зомби из предыдущих. Ну, там, где мы прошли, каких зомби открыли, те зомби и будут у нас появляться, правильно? А если мы не откроем короля, он не будет у нас появляться? Угу. Гений, просто мега мозг. Понятно? И тогда, если даже появится, то это
получается, разработчик нас обманул, потому что он сказал, что, что будут появляться из тех эпох, которые мы прошли. Все, все, все. А если мы не прошли эпоху, значит и появляться не должны. Все, все. Гений. Понимаешь? Вот так и делается, потому что остальные эпохи, по-моему, там все супер легкие зомби. Они прям очень слабые. Угу. Кстати, мне обещали тут каких-то новых зомби. Где новые зомби? А, на веревке еще прыгает на лестнице. Опа. На веревке еще сюда прыгает, да? Ну все, я, короче, тактику себе придумал, какую мы будем делать. Ну и все, и хрен вы меня заставите другие растения использовать. Я уже придумал, как я буду всю эту локацию проходить. Все, лучше тут уже ничего не сделаешь. Все, смотри, сейчас солнышки проставим. Потом второй ряд весь тоже под солнухами позаставляем. И вот эти три ячейки мы драконов поставим. Все, и мостик будем колючками заставлять. Все, все. И так хрен хоть кто-нибудь пройдет. Пекинки, скорее всего, будут съедаться, но мы просто будем новый ставить. Они дешево стоят, всего 3 солнышка собранных, то бишь 150. Вообще язычных. Все, это тактика галактика, лучше уже не сделать, ну куда? Нет, возможно еще можно лучше, но зачем? Все, это идеально, хрен кто пройдет, понимаешь? Все, куда, куда еще круче? Вот так вот идеально, и вот так вот будем проходить все время. Ну, я думаю, это уже будет очень скучно наблюдать, потому что что-то другое я использовать уже не буду. Нет смысла, смотри. Они просто отлетают вот так вот. Щелкают, как орешки. Так, давай еще... Так, сколько? 6 колючек надо для красоты. А это финал, да? Флаг поднялся? Вроде поднялся. Ладно, хрен с ним. Еще одну давай. Быстрее, быстрее. Ну, хотя бы так. Ну, так, то же самое буду делать, только когда будет больше волн, еще по одной колючке поставлю там. То есть три еще. Все. Все куда лучше. Мы уже пройдем только так. Дружище, похоже, у этих зомби есть какие-то навыки. Какие? У каких зомби? Все будет хорошо. Есть пушки. Они всего лишь декорации, иначе мы бы сбили другой корабль. Или подстрелили. Подстрелили скорее. Или наоборот. Мостик в другом месте. Так, подожди. Подожди. Кукуруза, не. Фиг там. Мастер в другой стороне. Что-то это дает? Нет. Ничего не дает. Так, и где? Что мы еще брали-то? А, картофельную мину вроде. Где она? Подожди, стоп. Вот она. Ладно, давай так. И хоть я ее еще ни разу не использовал, но ладно. Тут мы уже подобрали идеальную тактику. Но здесь сделаем то же самое. Просто дракончиков ниже поставим. А сверху уже будут подсолнухи с пекинками. Все, фиг вы заставите меня какое-то другое растение использовать. Все, это уже гениальная тактика. Другое тут нечего ставить. Так, хоп. Опять что-то гремит. Так, еще одну пекинку в целом можно для конуса поставить, правильно? Так, ну 125 солнышек мало. Давай пока ускорим. Нет. Наверное, ледяную мину не лучший вариант использовать. Давай вот так. Ой-ой-ой-ой, я сверху плохо. Курица! Блять, сырая курица летит. Подожди, солнышко. Ого. Вот это повезло. Ай, а ты съешь? Или не съешь? Или съешь? Ну, пекинка слабая, супер слабая, я не помню. Реально, во второй части она тоже вот такая вот слабая была. Но я не хочу в это верить, ты чё? Так, надо еще пекинку вниз ставить. Так, ну петушня не долетит, правильно? Дракончик, ну поздно. Дракончик, ну не тормози, ты чё? Кстати, а в «Растение против зомби 2» тут есть вообще этот пингвины в зимней локации? В оригинале, по-моему, не было, да? Хочу пингвинов. Где пингвины? Тут нет пингвинов. Хочу пингвинов, чтобы были.
Так, не-не-не, не угадал, вот так ставим. Так, надо еще одного дракончика вниз поставить. Так, отлично, у нас все есть, да? Я ж пекинку назад одну поставил, чтобы... Я ж назад поставил, чтобы... Потому что мы не успели с птицей справиться. Нафиг я сейчас вторую... Еще и случайно поставил. Так, я уже запутался. Так, нам надо вперед ставить пекинки. Угу. Вверху тоже сейчас поставим вперед. А те места заполним просто подсолнухами. Так, мне бы дракончика, знаете. Так, хорошо, все, теперь давай еще пекинка. Еще пекинка, еще пекинка. Ну, с птицами должны справиться, правильно? Хорошо, что вот эти вот чайки работают не по принципу этого. Не парашютиста. Какие-то, кто-то у нас еще ввел в ацтековской локации, правильно? Летела, если пекинка... Стрекозы, вот, не как стрекозы работают. Кстати, а драконы больше наносят урона ведром деревянным? М? Типа деревянные? Или тут не заморачивались настолько? Типа дерево горит. Что ты несешь? Так, ну нет, я что-то не успеваю ставить. Тактика, видимо, не супер лучшая, но хотя бы... Да не, нормально, просто... Просто тормозим немного. Плюс раскладка, может, не сильно повезло нам с ней. Угу. Ну и все, нормально, смотри. Плюс-минус справляемся. Заколебете. Все, отлично. Две еще пекинки меняем на подсолнухи. Заставляем все колючками. Так, ну дракончики надо, конечно, побыстрее реагировали. Что-нибудь тормозят. Давай, оп. И вторую. Дракончики тоже непонятно, конечно, сколько они там урона наносят. Надо будет почитать, что, если не забуду. Угу. Прокачивать дракончика, по-моему, это уже жирно. Нет? 400 это и так много. Там, наверное, если можно прокачать, то только сделать хуже. Так, два ведра, это плохо. Хорошо, послетали. Хорошо. Ну и все, вот так вот я буду всю локацию проходить. То есть тут вряд ли будет что-то прям супер важное новое. Ну и все, видишь. Просто иногда пекинки надо будет заменять и все. Вот налетели, а. Вот да, там где мостик мы больше всего рискуем, потому что ведра, а там где вода, чайки и пираты вот эти на абордажники, которые, вообще фигня, они ничего не сделают нам. Так, хорошо, это мы тоже прошли и довольно-таки легко. Мы, по-моему, пока ни одной газонокосилки не потратили, да? Но с другой стороны, это первые два уровня. Дрожь по дереву и повсюду. Они даже упакованы в бочки. Чувствуют ли они себя некомфортно? Они зомби, они не чувствуют ничего, пользователь Дэйв. Ну, может быть. Колючки нельзя, чтобы пострадали. От чего вдруг пострадают? А, бочка. А, бочка, нам же даже только что так сказали. Я вспомнил. Вспомнил, что тут есть кнопочка. Я могу не брать каждый раз растения. Это хорошо, что уже три растения есть, боевые у нас. Это очень хорошо. Соответственно, я могу пока сосредоточиться чисто на солнышках. О, солнышки мои, солнышки. Да, это обычные, нормально. Ой, так. Опа-на! А чё это они прошли? А я не рассчитывал, что они прошли. А внизу не прошел. Наверное, потому что с разной скоростью идут, да? Вот это плохо, я не рассчитывал, что так будет. Подожди, давай колючку и тогда еще пекинку так поставим. Вот это, конечно, все подвело меня. Солнце давай. Долго просидели без подсолнухов. У нас тут проблема в том, что мы должны супер быстро подсолнухи собирать. Класс.
Угу. Уже понадгрызали, конечно, очень сильно. Теперь надо успеть все понакупить. Опа, бочка пошла. Я тебя понял. Давай вот так ставим. Ну, прекрати грызть. Так, нам надо еще пекинки ставить. Так, нормально. И дракончика в верхние 4 поставим. Внизу можно подсолнух дополнительно поставить. Оп. Тут же разлетаются по бокам импы. Да-да-да-да, точно. Хорошо, давай еще подсолнухи. Надо больше подсолнухов. Имитатор, конечно, сильно нужен. Хотя у нас нет дополнительных ячеек. Не-не-не, не пройдете вы. Не-не-не. Хотя ведро может. Ведро меня бесит. Давай-давай. Угу. Так, дракончик, ну... Да ты чё, издеваешься, что ли? Понятно. Давай вот так. Хорошо, и ещё один тогда нужен. Быстрее. Ещё одна. Одна пекинка нужна. Там уже конус идёт. Быстрее, ты меня слышишь? Нужна пекинка, алё. Это... Опа. А, там колючки по ведру, наверное, били. То есть, смотрю, и ведра уже нет. Так, ну это не страшно, у нас там колючка есть. Так, давай вот так поставим на всякий случай. Так, передние колючки защитили. Кстати, а будут ли в этой части локации те, которых те, которые были сезонными во второй части? Типа новогодние, вот такое вот будет. Потому что, ну, это нечестно. Согласись, целый год ждать, чтобы поиграть на новогодние локации с новогодними зомби, но это бред какой-то. Угу. Ждать целые локации, это такой бред. Вот было бы идеально, если в моде добавить... Да, если бы был бы какой-нибудь мод, который добавляет те локации, которые временные, чтобы мы могли в любой момент поиграть с ними. Это было бы отлично. Так, сверху проблемка, нужен еще дракончик. Так, зашибись. Давай вот так. Ху-ху, хорошо. Ай, сверху, зараза, успеет съесть, да? Ах, какая ты слабая. Пекиночка ты наша. Надеюсь, третий уровень пекинки будет просто безумно сильным. Потому что на второй она пока не тянет. Второй слишком слабенький уровень. Да, мы не успеваем тут ничего нормально поставить. Но это вначале нас очень сильно подвело. То, что я рассчитывал, что колючки смогут забрать обычных зомби. Мы на этом очень сильно потеряли, конечно. Так, колючки, наверное, дополнительные стоит в самом, наверное, начале ставить, да? Чтобы импы пока разлетались, их колючки уже разносили. Эх, ведро это плохо. Давай так. Давай, три дракончика и... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Стой! Нет, подожди! Ну ладно, это было ожидаемо, у нас изначально все не пошло. Да. Обычного зомби даже не разнесла, обидно. Ладно, ничего, просто вначале немножко не повезло. Ничего, сейчас справимся. Давай, ускоряем сразу. Мы теперь знаем, чего ожидать. В целом уровень тоже очень-очень легкий. Проиграли просто, не фартануло. Сейчас мы тогда откидываем фарт. И просто пользуемся нашим профессионализмом, и все. Угу. И хрен, кто из вас пройдет, понятно? Так. Так. И вот так. Все замечательно. Две колючки они точно не преодолеют. Угу. Давай так. Потому что внизу хоть что-то есть, а в центре нет. И ледяная мина его не только заморозила, не забывай, ледяная мина еще чуть-чуть здоровье забирает. Поэтому внизу зомби сам помрет от колючки. Ага. Так, вот это плохо. Вот это я не ожидал. Угу, я забыл, что они еще в начале появляются. Я думал, они ближе к середине. Так, ну с обычными зомби справимся хорошо. Как же долго перезаряжается. Так, нет. Угу, хорошо. Так, после прыжка он делает маленькую паузу, но слишком маленькая.
Тут же горохострел огненный. Нельзя в магазине купить, правильно? Нельзя. Его, видимо, только за уровень какой-то дадут. А у нас ледяная локация скоро. Или не скоро, я не помню. И что-то с этим придется делать еще. Мы там на изи прошли во второй части ледяную локацию, потому что огненный горохострел был. А тут что-то придется брать. Либо пенек. Но пенек можно взять только в случае, если будет дополнительная клетка. Если нет, не берем. Это первое. Второе. Забыл. Подожди, что-то еще второе. Ледяная локация. Что-то там еще. Не помню, короче, забей. Как вспомню, скажу. О, у нас по центру нету колючек. Ай-яй-яй, только в самом начале. Это плохо. Кстати, неплохо, уже пекинки все поставлены, правильно? Осталось только дракончика 4. Один подсолнух. И колючек понаставить. Надо бы. Пока не получается, конечно, накопить на... Да что ж такое-то? Стой. Ай-яй-яй-яй-яй, колючки заканчиваются. Больше колючек надо. Но и подсолнухов тоже надо больше. Чего? А почему обычные зомби, например, с бочками идут по воде? Ну и падают в воду, соответственно. Чё это вдруг? Стоять. Ай-яй-яй. Ой, ведра подходит. Ай-яй-яй-яй-яй. Забыл. Ну, бочки. Чё-то напряжно, как будто в этот раз хуже справляемся. Ну да, тогда было несколько дракончиков, сейчас всего один. Отлично, тогда ставим вот так. Все нормально, так покрывается каждая клетка драконом. Ага, замечательно, я тебя понял. Так, ну больше солнца надо, больше солнца. Точно, про солнце забыл. Так, все отлично, осталось два дракончика поставить, кучу колючек. И пекинки, не забываем менять. Ай, не ту я, конечно, бочку уничтожил вначале. Стой. Так, где у нас солнышко? Есть колючка. Опа. Так, нужен еще, наверное, дракончик по центру. Давай вот так лучше. Потому что сверху ведра идут, а снизу у нас ведра нет. Там как-нибудь переживем. То есть он просто давит ледяную мину. На секундочку просто останавливается. Но она не работает, правильно? Как должна. Так, снизу у нас колючка еще есть, а вот сверху нет. Давай сверху, оп. Ай-яй-яй, у нас пекинки нет вверху, подожди. Угу. Какое безумие творится, а. Нет, не успей, фух. Потому что схавать еще и дракончика, это уже наглёж какой-то. Кстати, мне когда-то говорили, почему кошка... почему звезда морская, я говорю, а не звезда фрукт. Ведь тут растение, типа, хорошо, а дракончик это что за растение тогда? Вообще, листики, конечно, типа лап есть, но по факту, что это за растение? Дракончика съел, серьезно. Ладно, фиг с ним. Это финальная волна, даже если сейчас сольем, уже не сильно страшно. Что-то я не на тот приоритет там ставлю. Давай вот так. Еще одна бочка, быстрее. Быстренько. Стой. Оп, все отлично. Так, ну и по центру, конечно, бочка тоже лишняя у нас. Оп, все хорошо. Давай вот так вот ставим. Ну, ведра, естественно, для нас проблемой будут. Но в целом, думаю, справимся. Угу. Ну, нормально. Так, нет, ты обнаглел уже, слышишь? Так, ведро опять, да? Как же я хочу каменную колючку уже купить. Это ж какая-то колючка будет только мощнее. А что еще мощнее, чем эта колючка? Ну, она же реально мощная. 3 стрел. Что-то есть тоже подозрение, что мы им пользоваться не будем. Зачем?
Ну, обычный горох тут довольно-таки слабый. Кстати, а прокачанный горохострел до 3-го уровня, типа каменный горох, когда он выпускает, он будет зажигаться? И будет ли первобытный горохострел зажигаться? Так, мы арбуз откроем уже скоро. Здорово. Вот первобытный каменный горох будет ли зажигаться, пенек? Вот это вот интересно. Перчик чили, ну, он нам не нужен. Камень, колючий орех, как будто бы тоже каштан этот не особо нужен пока что. Если будет дополнительная клетка, то конечно. Ну и пойдем, пройдем в следующий раз. На этом все, можешь подписаться на канал, чтобы увидеть следующую серию. И скоро увидимся.